Казахстан полностью придерживается принципов глобальной и региональной безопасности и стабильности. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Ержан Ашыкбаев на конференции стран-членов движения неприсоединения в Баку. Замминистра отметил, что наша страна поддерживает идею о ядерном нераспространении и разоружении. Мы также считаем необходимым создание зон, свободных от ядерного оружия, включая Ближний Восток, Европу и Африку, добавил Ержан Ашыкбаев. Замминистра напомнила об инициативе страны по достижению безъядерного мира и поддержке документов ООН по решению глобальных и региональных проблем с целью установления мира в конфликтных зонах. Движение неприсоединения объединяет 120 государств, которые не участвуют в военных блоках. Казахстан имеет в этой организации статус наблюдателя. Казахстан поддерживает право стран-членов быть услышанным и трансформацию ООН под требования и вызовы 21 века. Мы полностью поддерживаем идею движения неприсоединения по уничтожению ядерного оружия. Казахстан тому наглядный пример, который отказался от оружия массового уничтожения.